Производственная база «Вестерн» компании «Искер» находится в 30 километрах от города Атырау на трассе Атырау-Досор. Площадь базы составляет 2,8 гектара. На территории базы расположены административное здание, три складских помещения площадью 500 квадратных метров каждое, механический цех площадью 2000 квадратных метров с двумя кран-балками грузоподъемностью 5 тонн каждая, пескоструйный цех, покрасочный цех площадью 1000 квадратных метров с кран-балкой грузоподъемностью 5 тонн. Возможности базы позволяют осуществить весь цикл производства механических работ от получения сырых материалов и подготовки инженерных решений до выпуска готовой продукции в соответствии со стандартами качества нефтегазовой отрасли. Отдельным направлением стоит отметить выполнение работ по стекловолоконным трубам, так называемым GRI-трубопроводам. Наличие складских помещений, спроектированных в том числе и для хранения химических материалов, а также наличие открытых территорий, позволяют с легкостью обеспечить потребности производства в хранении материалов. Механические цеха оборудованы всем необходимым для выполнения работ любой сложности. Лентопилочные станки, гидравлический пресс, ручная плазморезка, сварочные посты, вытяжная система, пескоструйная обработка, оборудование для покраски и сушки. Географически база удобно расположена, что позволяет без труда обеспечить доставку изделий непосредственно на строительные площадки основных операторов нефтегазовой сферы западного региона. На сегодняшний день для проекта в городе Аксай подготовлено и в кратчайшие сроки отправлено 300 тонн металлопродукции. Команда профессионалов от руководителей по производству до каждого работника гарантирует выполнение поставленных задач безопасно, качественно и в срок.